Всем привет! Это снова я, Ткаченко Сергей, на канале Gadget X. У нас обзор или распаковка или полуобзор BlackBerry. Так, 98.00. Слайдер должен быть. Так, такая штучка, в которой он должен лежать, он не лежит. Он лежит где-то под ней. Так, вот сам телефон. В коробочке у нас тут наушнички есть. Наушники обычные, такие 3-5 мм разъем, USB кабель есть, так, еще зарядка есть, вот квадратненький, мануал и диск, ничего больше в коробочке ничего нету. Так, телефончик наш, вот он, телефончик, бумажечка какая-то. Это, наверное, скорее всего, информация по телефону. А что тут у нас написано? У нас тут много. BlackBerry Touch 98.00, Modern Finger. Вот такая бумажечка, вот такой вот у нас телефончик. Да, ну BlackBerry, конечно, как всегда, на высоте. И телефон, наверное, выглядит солидно. Как мы описали, камера, вспышка. 3-5 разъем, такие вот кнопочки у нас выпуклые, гладенькие, приятный нож. Экранчик, кстати, сенсорный у него, и также имеются кнопочки. Как это у нас работает? Назад. Сюда. У нас очень неплохо так реагирует. Это самое хорошо. Работает нормально. Камера. Где тут у нас камера? Камера. Так, тут у нас камера подавляет. Угу. И снимать неплохо. Для пяти. Вполне очень даже сносное качество. Сносное. Ну, есть 5 надписей, хорошая камера. Что сказать, тоже BlackBerry. Так, вот тут у нас номера номерата. Вот такой вот у нас есть еще. А, он, кстати, да, когда в разложенном состоянии, когда перенеду набирать, на физически куда перенеду. Вот, а когда выходишь сюда, то все вот так, да? Или нет? А нет. Это на смс он переключается. Вот и тут тоже можно набирать. И тут тоже можно набирать. Такой вот. О, прикольно. Даже эта клавиша сенсорная вообще. Вот такая. Вообще круто. Интересно, интересно. Ну, телефон реально солидно выглядит. Такой увесистый. Хороший аппаратик. Что сказать, это BlackBerry. Очень раньше переворачивается. Вот так. Качество аппарата отличное. Кнопочки приятные. Ну, ощуп такие. Эта кнопка посередине для камеры. Да, эта кнопка для запуска камеры. Она для спуска камеры. Фотография. Ну чего, такой вот у нас телефончик пришел. Качество вполне даже, даже не вполне, а отличное. Это же BlackBerry. И такие вот у него еще кнопочки есть прикольные, переливаются. Так. В общем, аппарат на высоте. Классно. Всем пока.